Мне не нравится слово «россияне», потому что долгое время оно противопоставлялось русским. Оно пыталось стереть факт того, да, что Россия – это русская культура, что в России живут русские. Вот концепция мультикультурализма, она мне не нравится абсолютно. И здесь не нужно путать. Есть плавильный котел, есть мультикультурализм. Вот плавильный котел а – это культура, которая приглашала всех стать американцами. Да, вы сохраняете свою идентичность. Да, вы не полностью отрываетесь от земли, но вы ребята становитесь американцами. Американцами ирландцами, американцами итальянцами, американцами украинцами, американскими евреями, но вы американцы. Это плавильный котел. Мультикультурализм – это что-то немножко другое. Это ситуация, когда в страну приезжают люди, и вместо того, чтобы становиться русскими, вместо того, чтобы становиться американцами, вместо того, чтобы становиться французами, они остаются алжирцами, чеченцами, нигерийцами и так далее, и так далее. Вот эта ситуация, она взрывоопасна, она разрушает общество изнутри, разъедает его, чему любая здоровая цивилизация должна очень яростно сопротивляться, потому что в противном случае никакой цивилизации не останется. Потому что нет, Россия это не территория, которая должна быть заселена иммигрантами, это место, центр русской культуры. Мы всех приглашаем стать частью нашей культуры. И армян. И евреев, и чеченцев, и немцев, и кабардинцев, и вообще кого угодно. Двери русской культуры открытые. И какое количество великих людей состоялось в рамках русской культуры, какое количество писателей, в том числе украинских, русские украинцы тоже абсолютно зафиксированное явление. Так, Гоголь был русским украинцем, Булгаков был русским украинцем. Эти люди состоялись, не отказываясь от своей идентичности, как русские писатели. Моя претензия к слову россияне, что не существует никакой россиянской культуры. То есть русская культура. Почему она русская? Потому что ее создали русские люди. Русские люди, которые могли запросто выйти из разных этносов, из разных национальностей, из разных культур, они могли выйти это нормально. Но не все стали русскими, как все становятся американцами, или до недавнего времени становились американцами, когда приезжали в США. Это круто.